Я увидела пост на Фейсбуке. Я прочитала этот пост, и я решила позвонить. У меня как-то внутри откликнулось, что я хочу взять эту собаку. Я видела фотографию и прочитала, и меня что-то как-то очень сильно зацепило. Я хочу взять эту собаку. Будешь жить у нас? Какой? Для животного, которое вас первый раз видит? То есть так достаточно адекватно, она пытается подружиться, да? Айна. Айна. Будем с тобой хозяйничать вместе. Я все время вот эту неделю пока ждала, я думаю о ней. Так подумаю, у меня слезы наворачиваются, не знаю. Я жила в Киеве, у меня было свое рекламное агентство. Потом мне захотелось жить на земле, я купила себе участок с домиком, сделала его реконструкцию, и в процессе я решила, что мне здесь нравится больше, чем в городе, и переехала сюда жить. Места очень красивенные, много озер, реки, леса. У нас вот только от моего участка 3 леса видно. Очень красиво, чистая природа, промышленных предприятий никаких нет. Здесь очень классно. Я не знаю, это такие вот внутренние ощущения, вот, ну, мне здесь очень нравится. Я поздно вечером, ну, я практически ночью этот пост прочитала, а с утра я уже позвонила, чтобы узнать, как сейчас ситуация. Я хочу взять эту собаку. У меня была овчарка, она сейчас живет у моих родителей. Видимо, это тоже сыграло, потому что, ну, я из-за ней скучаю. А родные абсолютно нормально. И друзья, которые, ну, вот, имеют отношение к собакам. У меня подруга кинолог, она меня поддержала. У нас ветеринар, друг наш, он тоже сказал, говорит, ну, захотела, бери, будем лечить, будем вытягивать. Я ее уже давно жду. Есть у меня внутренняя вот какая-то такая радость. Я еще не знаю, как я буду справляться, но я хочу, чтобы она была.